Привет, меня зовут Сергей, и сегодня мы с вами вновь поиграем в игру Trials Fusion, приключения на мотоцикле, бешеные гонки на мотоцикле, и посмотрим, какие препятствия нам встретятся и что мы с ними сможем сделать. Итак, эта трасса называется «Гонки по бездорожью» и напоминает стандартную трассу, по которым гоняют мотоциклисты, ну, которые занимаются вот таким мототриалом, мотогонками. Ну, скорее всего, даже это гонки, а не триал. И в этот раз мы даже едем не по прямой, а немножко поворачиваем налево, направо. Видите, трасса, она немножко уходит в разные стороны. Ни в одной плоскости. Ой-ой-ой, упал. Так, давайте, как здесь восстанавливаться-то, я уже забыл. Восстанавливаемся кружочком и продолжаем наше движение. Да, здесь нужно быть аккуратными, потому что высоты большие, перепады тоже большие. И поэтому, чтобы доехать на золотую медаль, сделать норматив на кандидата в мастера спорта, нужно постараться. Все, в конце он упал, но салют мы с вами все-таки заработали. Давайте перейдем к следующей трассе, которая называется... Так, мы с вами сейчас заработали какую? Серебряную медаль. Результаты заработано. И серебряная, и бронзовая у нас. Ну ладно, мы тогда посмотрим следующую трассу, которая называется «На обрыве». И здесь нам говорят, что нужно помнить о гравитации. То есть, если мы высоко взлетели, значит, мы очень больно упадем, если произойдет какая-то ошибка. Ой, здесь, ой, мы сразу упали. Действительно, здесь гравитация в самом, что ни есть, своем виде нас встречает. Дальше. Едем, едем, едем. Все пока хорошо. Замечательно, перепрыгиваем все горки, а вот это высота. Какие-то карельские скалы или скандинавские даже, может быть, нас встретили на этой трассе. Здесь горочка большая. Все, мы пока проходим и снова высокое бревно. Разгон и полет, полет к самым, что ни есть, звездам. Все, доехали до конца. Да, очень-очень быстрые трассы, разблокировано новое событие. И мы сейчас его, наверное, тоже посмотрим. Очень короткие трассы, и как-то они даже легко проходятся. Золотую медаль мы заработали, вот это круто. Нажимаем на продолжить и переходим к следующей трассе. Эквилибристика, игра на умение. Постарайтесь проехать как можно дальше, не наклоняясь. Ну, попробуем. Пройдите трассу, чтобы получить бронзу. Посмотрим, попробуем, как это не наклоняться. Вы должны проехать как можно дальше, не наклоняясь. В какую сторону-то наклоняться-то нельзя? Что-то даже не понял, наклоняюсь я сейчас или нет. Ну, скорее всего, я не особо наклоняюсь, видите? Это он сам наклоняется. Или, может, имелось в виду, что нужно ровно? Все, конец! Что ж такое? Такие короткие трассы. Заработали серебряную. Нажимаем дальше, чтобы посмотреть, что нас ждет в следующем блоке. Это блок Арктика. Вот здесь, наверное, второй курс подготовки даже. Здесь уже будет снег. Попробуем освоить техники посложнее. Сейчас мы только вперед-назад как бы могли ездить и чуть-чуть наклоняться. Сейчас узнаем, что нужно сделать здесь. Так, мы рады вас снова видеть, это я, Синди. Ну, привет, Синди, предлагаю поработать над более сложными техниками. Для того, чтобы взобраться на крутой склон, наклонитесь вперед и нажмите на газ. Ну, это легко. Все, я нажал, все, заехал, и я доехал до следующей контрольной точки. Следить за равновесием, ну, это понятно, конечно же, нужно следить за равновесием. Здесь вниз. О, спустились, тоже прекрасно. Дальше контрольная точка, сальто назад. Это тоже очень легко делается. Понял, понял. Давай уже, пускай дальше. Сальто, все, сальто мортале сделано. Смертельный трюк. Чтобы спрыгнуть с трамплина, не взлетев вверх, просто наклонитесь вперед.
тоже это сделаем сейчас без проблем. Все. Пройдено. Замечательно. Открыт роуч. Новый мотоцикл. И, возможно, еще один особенный мотоцикл. Пора в душ. Но в душ-то мы сейчас не пойдем. Мы пойдем проходить следующие трассы, которые жаждут нашего джойстика. Мы им сейчас покажем, кто мы такие, и покажем жару им. Вставай на лыжи. Роуч. Надежный универсал, оснащенный двигателем, который по силе не уступает мамонту. Так. А, и это у нас получается два теперь мотоцикла. Вот этот второй мы как раз видели в прошлый раз в демке. В прошлый раз мы в демку играли, а в этот раз уже в полную игру. Пройдите трассу, чтобы получить бронзу. Попробуем, попробуем. Итак, 3, 2, 1. Вот это высота. Аккуратненько прыгаем. Даже подъемники там. Снова прыгаем. Там ускоритель красный. На него нужно спрыгивать? Пока неизвестно. Или просто это нам показывает, куда ехать. Скорее всего, просто показывает, куда ехать, а вовсе это не ускоритель. Вот это высота! Но мы точно-точно вписываемся. Ай, нет, не вписались. Я думал, впишемся как раз в траекторию этой трассы. Летим, прожекторы освещают наш путь. Оу, это бревно. Бревно, труба. Ну, наш мотоциклист имеет очень хорошее равновесие. Все, снова прошли, получили серебряную медаль и поехали дальше. Здесь всего... А, всего нам нужно 20 медалей заработать. 15 из них мы уже заработали. Нажимаем на продолжить. Под давлением. Выбираем этот же мотоцикл. Ну, давайте, да. Советуют этот. Мощный. А этот такой универсальный. Ну, давайте вот этот. Пусть он новенький. Будем... обкатку проходить. Смерть бродит где-то рядом. Мы, может быть, эту трассу играли в прошлый раз. Ну, еще разочек сыграем. Пьянящие высоты, заезд на Рэббит и трубофобия. Это такие достижения мы можем, наверное, получить. Да, по-моему, играли в прошлый раз в эту трассу. Прыгали по трубам. Вот эта труба как раз сломалась. Ну, значит... значит, мы эту трассу пройдем теперь намного быстрее. Горящие нефтебазы. Эу. Давай, поднажми. Поднажми! Крутой мотоцикл. У него там, по-моему, диски и с одной, и с другой стороны тормозные. Опа! Хорошо, что мы чуть-чуть вперед не успели проехать, а то бы сейчас нас... той пробочкой бы вышибло, как из бутылки шампанского. Давай, держись. Все в порядке. Нажимаем волшебную кнопку, и нас сейчас вот эта машина увезет в космос к инопланетянам. Давай, запуск. 3, 2, 1. Улетели. Пошли на следующий этап. А может быть, это как раз нас доставляют к следующей трассе? Нажимаем на кнопку «Продолжить». Дрожащие острова. Интересненько. Да, мы этот мотоцикл будем брать, можете нас не спрашивать. Можно мне попробовать безумие на вкус? Вы пробовали безумие на вкус? Напишите в комментариях. Я, по-моему, не пробовал. Но сейчас как раз попробуем. Ах, вот какой вкус у безумия. Одни обрывы. Да он плохо крутится, этот мотоцикл. Свалится? Не, не свалился. Ну, наверняка здесь нам встретится такая скала, которая упадет, когда мы на нее прыгнем. Вот это... Так, я даже не успеваю следить за трассой. Замечательно. Это, наверное, мы на Марсе. Или... все. Даже не успеваешь
Не успеваешь оглянуться. За 37 секунд прошли трассу. И уже набрали 19 медалей. Предел возможностей. Сейчас выясним, какой предел у наших возможностей. Этот тоже, кстати, универсал. Вот этот универсал и вот этот универсал. А дальше будут уже... О, а это что? Данки. Это маленький проворный мотоцикл. Но выбрав его, о стиле и красоте вам придется забыть. Этот нельзя. Единорог. И на нем сидит конь. Давайте с разных сторон посмотрим. Оу. Единорог. Какой конь сидит? Не конь, а кто это сидит на нем? Тигр? Рысь? Тут тигр или рысь сидит? И еще, наверное, вот там чуть в сторонке есть места для мотоциклов. Все, погнали на этом. Тренер требует выложиться на 110%. Ну, мы выложимся-то на 136%. Чего нам 110%? Погнали. Адская башня. Первоклассный сальто. Хоппа! Снова прыжок. Валятся бочечки. Опа! Отлично зашли. Забираемся выше. На башенку. Бочки валятся, главное не на нас. Ой-ой-ой, какой удар об челюсть. А здесь я через сальто прыгну. Снег идет и идет. Как и сейчас за окном. Хоть уже наступила весна, но все равно снега еще хватает. Ну так хочется уже поскорее лето, чтобы даже можно было бы не одеваться, а прямо в футболке, в рубашке выбегать на улицу. Разблокировано новое событие. Замечательно, мы получили серебряную медаль. И всего у нас уже там больше 20 медалей. Да, больше 20 медалей. И карьера у нас в самом разгаре. Нажимаем на продолжить. Посмотрим еще одну трассу. Глубокая заморозка. Карьера пройдена на 12%. Там было написано. Но если мы почти 10% за один раз проходим, то это всего нам на 10 дней такой игры хватит. Глубокая заморозка. То не мертво, что вечность охраняет. Ну, почти что как в сериале «Игра престолов». Зима близко. Вот здесь как раз уже зима не близко, а зима добралась до этого города, забытого всеми людьми. И лишь наш отчаянный мотоциклист гоняет по заброшенным трассам. Здесь больше никто не ездит по этим трассам, только этот мотоциклист. Конечно, кому еще в голову придет по таким дебрям заезжать или залетать? Вот это высотень. Не добрались немножко. Давай, добирайся аккуратненько передним колесом. Давай. Может быть, там с разбегу еще получится, с разгону. Все, заехали, замечательно. Прыгаем и через сальто улетаем за точку финиша. Все, он разбивается, и его еще и стеклом накрывает наверняка. Там никаких шансов на выживание у него не осталось. Ну вот и все, мы получили бронзовую медаль. На этом сегодня с вами попрощаюсь. Скажу вам, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите ваши комментарии. Встретимся в следующих видео. Пока.